В Международный день человека с синдромом Дауна в Ростове-на-Дону организовали благотворительную программу. Для гостей выступали артисты, юные модели провели показ одежды, а еще здесь развернули фотовыставку, работали творческие мастер-классы и аквагрим. В подготовке праздника помогли крупная ростовская арт-студия, проекты «Единой России. Особенное детство» и неравнодушные предприниматели. Подобные встречи помогают повысить уровень социализации солнечных детей и показать их таланты. Это очень верно, то, что мы начали объединяться и дали возможность нашим детям общаться друг с другом. Потому что на самом деле их не так много. Каждый 700-й ребенок на Земле рождается с синдромом Дауна. И мы дали им возможность найти друг друга. Напомню, Международный день человека с синдромом Дауна отмечается в течение последних 10 лет.